Фак, дай какую-нибудь рубрику. Даже, допустим, 5 советов по жесткой игре на био. Ой, я, кстати, сейчас вспомнил, что смотрел эту еще игру Жерка на био против Афера. Он там пытался хотя бы что-то интересное. Нет, Жерк там неплохо играл. Был на этот, на плюс морали. В смысле неплохо играл? Там 17-1 счет. Я без иронии сказал. Сунэш, он играл бухим, типа, ща бы бабу его разъебу, а тут Афер. Ну, видно, что он как нормально играл. А он быстро понял, что это Афер? Мне кажется, нет. Мне кажется, он просто не знает, как бы бабу играет. Просто, видимо, не знает, что по бабу он вообще не... Видимо, поэтому, наверное, он воспринял за чистую монету, как сначала по Афер играл. Скорее бы подумал, чтобы баба поставил СВХ, нежели то, что там другой зашел. У него бан тут есть или нет в итоге? Нет. Чего ты решил, что у него дом? За хамство. Ну, ну баба там большой. Тогда да, нету. И, в принципе, нормально. Я же его зову сюда сыграть. Бля, ты походу Джерка вообще не знаешь, потому что... Знаешь, ты просил его извиниться, он типа... Прав. Джерк, он срался с N1, ТС, там, не знаю... Корном, там, Снявкой, со своими камрадами из СФ, там, какими. Я не помню никогда за все это время срачил, чтобы Джерк когда-либо перед кем-то... Ну, я знаю, я все равно пишу ему. Мало еще изменится, он хуяк и сработает. Да, типа он зашел, здорово, пидорас, а потом хуяк, да, я был неправ. Но у меня, я говорю, я хочу тащить сыграть чисто. Бля, если бы он хотел, он давно сам зашел. Поэтому я его не отказался играть против нас. Ты просишь, чтобы он с тобой играл против нас. Я его буду периодически спамить с этими предложениями. Бля, он тебя удалит скоро. Не. А он же... Как он понял? Непонятно. От фиши у нее так можно взлетать. Что ты делаешь тут? Утопил. Все, Афер нашел. То есть он найдет хедшот на свою голову от фиш. Доминацию взял. Не
Лафер физика, конечно, работает пиздец. Мне кажется, он физику бустит чем-то, софтом каким-то. Магнум опасно, видишь, как пиздец. Физика. Блядь, ты такая, что ли, или что? Да, интенсивность нужна. Overwatch. Ну, как раз спас анализировал. Там, кстати, можно будет и проверить, кто как думает. Да, образ самой мозговит эта карта. Био овер нахуй, вот хоп реальный. В области аналитики. Тут бред, блядь, это не попало. Бля, у Афера, по-моему, вообще FPS не проседает. Эх, ты его ускоряешь в спеке, когда сидишь. Так Айфер сейчас сам наебался. Мне кажется, ему помогли немного.
Да, Айфа не напрягается. Я тут смотрю еще. Пакостный фраг. Меха. Да. Камбэк? Ну, поставил на место, пишет. Так, ты сегодня что-то заметил, что с РБГ что-то случилось? Нет. А, не, все нормально. Просто проверяем, короче. Ты почему шотган поменялся, блядь? Чем ты шотган поменял? Че? О, это же негатив. Джен еще может быть. Сука, даже лестница не спасет от хедшота. Я сейчас случайно переключился на Фишера и не заметил. И смотрю, как будто... Я бы умер. Я в один момент думаю, а что-то Айфа поумнел, так пиздец.